Презентация третьей волны социсследования Chatham House «Что думают белорусы». Спикер Рыгор Астапеня, ассоциированный исследователь Chatham House и директор по исследованиям Центра новых идей. Напоминаю, что традиционно у нас доступен синхронный перевод, поэтому если вам удобнее слушать нас по-английски, пожалуйста, в настройках Zoom выберите опцию английского языка. Рыгор, пожалуйста. Да, спасибо большое, Антон. Доброе утро всем. Я сейчас раскрою свою презентацию. Секундочку. Да, вот моя презентация тут. И, насколько я понимаю, вы все ее видите. Да, я, наверное, начну с того, что я представлю, что меня зовут Рыгор Астапеня. Если у нас есть какие-то СМИ из разных стран, например, российские, то по-русски это Григорий. Я, на самом деле, являюсь ассоциированным экспертом в Chatham House. И именно в этой роли я сегодня выступаю тут. Также я являюсь директором по исследованию в Центре новых идей в Белорусской неправительственной организации. Также у меня степень PhD в политологии, да, то есть меня часто называют социологом, и меня потом социологи немного на меня обижаются, я хотел бы только сказать, что я политолог на самом деле. Вот. И сейчас я буду представлять данные о том, как белорусы, в принципе, сейчас воспринимают политический кризис в Беларуси. Начну я, наверное, с методологии, с каких-то базисных вещей, что мы опросили 926 респондентов, это с 14 по 20 января, что эта выборка соответствует структуре городского населения, да? То есть по полу, возрасту и размеру города проживания респондентов. Мы можем во время Q&A тоже обсудить, что думают сельские жители, но я должен сказать, что все-таки мы говорим сейчас именно о городских жителях, которые составляют 4/5 всего населения Беларуси. Мы опрашиваем людей через интернет, это называется метод Кави, он широко используется именно в политических исследованиях таких. В принципе, городские жители являются пользователями интернета в Беларуси, поэтому это не является проблемой и использование этого метода. Но все же надо понимать, что в принципе возможно, что есть определенный какой-то процент людей, которые не попадают в наши исследования, потому что они менее экономически и социально активны. И обычно эти люди сторонники Александра Лукашенко. И поэтому, возможно, мы допускаем такое, что чуть-чуть у Александра Лукашенко его симпатии к нему в Беларуси чуть выше, чем мы представляем в нашем исследовании. Про выборку я, наверное, должен еще сказать один момент, потому что мне часто пишут в телеграм-каналах об этом. Я думаю, это тоже важный момент, может быть, в СМИ тоже упоминать, как, в принципе, работают социологические исследования, что, в принципе, выборка в 1000 человек считается очень достаточно хорошей, а Беларусь, в принципе, это страна, которая создана для социологических исследований, да, потому что у нас нет значительных региональных отличий, у нас, в принципе, структура областей сама по себе достаточно похожа. То есть, если, например, в условной Молдове живет пару раз меньше людей, чем в Беларуси, но там намного труднее сделать социологическое исследование, потому что именно из-за этих региональных там, этнических различий. А Беларусь все-таки именно страна, которая достаточно удобна для социологических исследований. Также после того, как закончится презентация, я как понимаю, Антон будет высылать презентацию всем участникам нашей дискуссии. Также он может выслать вам SAV-файл, то есть это все ответы всех респондентов, которые проходили социологическое исследование. То есть этот файл, конечно, надо открывать именно через специальные программы, называются SPSS. Окей, вот, в общем, если будут какие-то еще вопросы по методологии, конечно, можем обсудить. Теперь идем дальше. Мы, в принципе, уже третью волну, как задаем нас на начале достаточно банальные вопросы про выборы. Что, ходили ли люди на выборы? И мы видим то, что на самом деле это были выборы, на которых ходило очень большое количество людей. То есть это как здесь видите, более 3/4. Мы все время переспрашиваем людей, как они голосовали, и, в принципе, мы во всех трех волнах получаем те же самые ответы, примерно те же самые ответы, что у Светланы Тихановской около 50%, у Александра Лукашенко 21%, но есть достаточно большое количество людей, которые не отвечают на вопрос, что в определенной степени вносит какую-то неопределенность. Да? То есть вот эти люди, которые не хотят отвечать, это 11,2. Поэтому они немного додают неопределенности в итог вот этого вопроса. Дальше мы задаем вопрос о том, как люди относятся к акциям протеста. Что мы видим в этом случае? Мы видим, что на самом деле в Беларуси есть определенная группа людей, наши представители там 19,8, это 20%, которые часто затрудняются дать ответ. И во многом они определяют ситуацию, когда мы видим, что ни одна сторона не имеет большинства в каком-то смысле. Да? То есть, в принципе, большинство голосовало за Светлану Тихановскую, большинство выступает против насилия, но когда им задают вот прямо вопрос, да, против ли действующие власти, и как вы относитесь к акциям протеста, которые сейчас проходят, то есть сейчас людей, которые не отвечают на этот вопрос. Возможно, они это делают по причинам страха или каким-то другим причинам. Также мы задаем людям вопросы о том, как они относятся к тому, что происходило за последние полгода, и на основе этих данных мы сегментируем белорусское общество. Я думаю, тут мы можем быстро пробежаться по основным вещам, которые вот здесь есть. Да, это про итоги, что большинство белорусов считает, что итоги выборов были сфальсифицированы. Мы видим то, что когда используется слово «протесты» и когда к нему добавят слово «мирное», то на самом деле идет очень быстрое увеличение популярности протеста. Да? То есть выражение «мирный протест» очень популярно среди белорусов, и когда они слышат такое слово, они в большинстве своем его поддерживают. Вещь, которую мы видим, то, что даже если выборы прошли не совсем прозрачно, в целом я удовлетворен их итогами. Мы видим, что часть людей, это вот в основном это сторонники Лукашенко, конечно, это что они, в принципе, они не считают, что выборная процедура является важной для определения того, кто руководит страной. То есть они считают, что даже если Александр Лукашенко проиграл выборы, то он все равно должен оставаться президентом. Потом мы идем дальше о том, что вопрос про неоправданную чрезмерную силу при разгоне протестов 9-11 августа. Мы тоже видим, что люди считают, что это была неоправданная чрезмерная сила. Большинство белорусов так считает. Мы видим, что идея вот этого немедленного прекращения насилия в отношении протестующих, она очень популярна среди людей. Да? То есть все хотели бы, не все, но 70% белорусов выступают. Городских белорусов выступают о том, чтобы насилие по отношению протестующих остановилось. 60% говорят о том, что то, что происходило на Крестной, это пытки. Идем дальше о том, что нарушения со стороны представителей силовых ведомств сильно несколько преувеличены, соглашаются 24,6%, 25%. То есть это по большому счету как раз-таки те люди, которые являются сторонниками Лукашенко. Дальше мы идем к тому, что я, наверное, буду некоторые пункты пропускать, потому что я не хочу, чтобы наша презентация сегодня продлилась 1,5 часа, но тут основные, наверное, моменты я буду только затрагивать. Это о том, что часть людей, у них есть чувство вины в отношении того, что происходит в Беларуси, например, там вот это соглашается с выражением, что мне порой кажется, что я недостаточно сделал для свержения режима, 40% людей. То есть у многих людей есть это чувство вины. Дальше мы увидим то, что люди считают, что должны быть переговоры в стране. То есть 70% говорит о том, что власти следует пойти на переговоры. Что мы заметили во время этого замера, что больше людей начало соглашаться с тезисом о том, что противная активность начинает снижаться. То есть теперь там более 50%. И многие осуждают отказ власти начинать переговоры. Они считают, что это вот придет к увеличению насилия с обеих сторон. Они говорят о том, что мы рискуем оказаться в гражданской войне и то, что это может спровоцировать какие-то насильственные действия со стороны протестующих. Вот. Вы, наверное, видели в каких-то других материалах о том, что мы сегментируем белорусское общество. Раньше мы его сегментировали на три группы. Это ядро протеста, это так называемые наблюдатели, это так называемый бастион Лукашенко. Сейчас мы это сделали даже 5 групп, потому что мы увидели значительные отличия среди людей, как общество делится. Первая группа – это ядро протеста, это люди, которые поддерживают протест, это люди, которые в своем большинстве голосовали за Тихановскую, они говорят о том, что была применена чрезмерная сила, что на Крестина происходили пытки, что действия силовиков не оправданы. То есть они составляют 37% общества белорусских жителей. Сочувствующие составляют 20%, это те, кто говорит о поддержке протеста или о том, что они нейтрально к нему относятся. Они на самом деле, у них там были разные опции, да, кто-то голосовал за Тихановскую, кто-то голосовал против всех, кто-то отказывался отвечать, кто-то голосовал за Андрея Дмитриева, но сам там наиболее часто встречались варианты против всех или отказались отвечать. Они тоже считают, что на Крестина были пытки, они также считают, что была применена чрезмерная сила, что действия не оправданы. Эти люди составляют 20% общества. Более тяжелые, более такие для понимания группы, которые мы видим, это скептики и равнодушные. Скептики – это те, кто говорят о каком-то нейтральном отношении к протесту, да, то есть они не до конца понимают, они против Лукашенко, но они не совсем за протест. И, условно говоря, если попробовать реконструировать, как они получают информацию, то это, скорее всего, Владимир Соловьев, да, то есть примерно мы понимаем, да, что вот он говорит о том, что он против Лукашенко определенно, то есть он определенно часто говорил о пытках, он говорил о том, что действия их не оправданы, но при этом отношение к протесту такое довольно скептическое. Эти люди тоже наиболее часто голосовали против всех или отказывались отвечать. Они считают, что была применена чрезмерная сила силовиками, они затрудняются ответить про пытки, но они считают, в принципе, что действия силовиков не оправданы. Равнодушные тоже скорее нейтральные, они стараются просто не интересоваться политикой, по большому счету. Они тоже голосовали против всех или отказались отвечать. И в основном они, в принципе, затрудняются отвечать на все вопросы, потому что они стараются в наших анкетах просто пропустить вопросы, которые для них неудобны. 5-я группа – это бастион Лукашенко, это люди, которые против протеста, они голосовали за Александра Лукашенко, эти люди составляют 18% белорусского общества, они считают, что действия силовиков оправданы, сила, которая была применена, не чрезмерная, пыток не было, или некоторые из них все-таки затрудняются ответить на этот вопрос. На этом вот с сегментами мы закончили. Мы теперь переходим к следующим вопросам. Это об электоральных рейтингах людей, которые являются политиками сейчас в Беларуси. Первый вопрос, который мы задаем, это о том, чтобы люди могли выбрать 3 варианта из списка, а не только один, чтобы мы могли увидеть, кто имеет дополнительное, так сказать, считается номером 2, там 3, считается таким вторым вариантом после, например, других доступных вариантов. И поэтому мы видим тут, что по большому счету мы видим, что в Беларуси есть 2 больших политика сейчас. Это Виктор Бабарика и Александр Лукашенко. В принципе, если мы добавим еще к Виктору Бабарика, например, рейтинг Марии Колесникова, то увидим, что у него достаточно большой рейтинг. Но, в принципе, Александру Лукашенко тоже можно кого-то добавить на какие-то вот, там Владимира Макея или еще кого-то. Но по большому счету политика от больших у нас 2. Это уже ответ на вопрос, когда мы задаем вопрос, чтобы надо выбрать только одного человека. В этом вопросе у нас выпадают люди, вот эти 19,3% с предыдущего вопроса, которые сказали, что они не хотят ни за кого из этих людей голосовать, и что они недостойны быть президентом. Это тоже достаточно интересная история, когда из списка 20 человек люди не выбирают никого. Это тоже показывает какое-то отношение белорусского общества, что они не до конца понимают, за кого им голосовать. Вот. Третьим после Виктора Бабарика, Александра Лукашенко идет Павел Латушка, а все остальные уже кандидаты значительно меньше, потенциальные кандидаты. Дальше идет очень большой блок вопросов. Мы задавали людям много утверждений и спрашивали, насколько они согласны или не согласны с ними. И я думаю, что я остановлюсь тут на нескольких, как мне кажется, самых интересных утверждениях. Первое – это утверждение о том, что в Беларуси слишком много чиновников и государственных структур. То есть это мнение, которое мы видим, что оно разделяется почти 80% белорусов. Это очень интересно, что белорусы настолько скептически относятся к государственным структурам. И вторая, я думаю, интересная вещь, которая тут есть, это о том, что в Беларуси большая часть денег идет в Минск, а областным, особенно районным городам, остается мало. То есть мы тоже видим, что люди говорят о том, что начинается какое-то расслоение, что оно уже есть, да, что расслоение между регионами. И третья интересная вещь, как на этом слайде, я думаю, это что, когда людям говорят, следует ли закрыть убыточные государственные предприятия, даже если это приведет к росту безработицы на определенный период, на 3-6 месяцев, то мы видим, что на самом деле с этим не соглашается только 33% белорусов, только треть. Да? То есть, по большому счету, белорусское общество довольно либерально экономически. То есть, когда им говорят о том, что, знаете, если сейчас мы закроем предприятие, будет безработица, то белорусы отвечают, наверное, надо это делать, потому что какие есть еще другие варианты. Следующий слайд – это… Я думаю, что тут интересно. Я думаю, что утверждение о том, способен ли Лукашенко провести реформу политического устройства Беларуси, чтобы она соответствовала желанию большинства, мы видим, насколько мало людей считает в Беларуси, что, в принципе, Александр Лукашенко способен сделать реформу, чтобы она соответствовала желанию большинства. То есть это 6,8 плюс 8,6. Достаточно маленькое количество людей считает, что он на это способен. Я думаю, дальше тут интересный вопрос про должен ли президент быть дольше 2 сроков подряд. То есть мы тоже видим, что на самом деле белорусы уже больше абсолютно не хотят того, чтобы кто-то был дольше 2 сроков подряд. Думаю, дальше идет следующий интересный вопрос. Защищен ли простой человек от произвола властей? Мы видим, что на самом деле очень много людей говорят, что человек не защищен. То есть большинство, 3/4 городских жителей говорят о том, что человек не защищен от произвола властей. Дальше про факты насилия силовиков над протестующими, что они не расследуются. Да, мы тоже видим, что это 70% людей говорит о том, что на самом деле власть ничего не делает для того, чтобы расследовать эти преступления. Дальше мы идем к этому слайду. Я думаю, что тут самое интересное, это что насколько Беларусь успешно справляется с эпидемией коронавируса. Да, мы видим то, что на самом деле что Беларусь успешно справляется, считает только 1/4 белорусского общества. А те, кто полностью согласен, это вообще только 4%. Думаю, что дальше интересный вопрос о том, про уезд талантливых людей из страны после выборов. Это о том, что 70% говорит о том, что талантливые люди уезжают из страны. То есть мы по большому счету видим, что люди чувствуют от того, что происходит, что страна многое теряет. Дальше на этом слайде, я думаю, интересный вопрос про бело-красно-белый флаг, что он фашистский, его следует запретить. Мы видим, что эти тезисы, они определенно работают на какую-то группу людей. То есть вот эти вот в нашем случае это 24%, да, которые говорят о том, что красно-белый флаг фашистский, его следует запретить. И, в принципе, тоже эти старания государственной машины, они к чему-то приводят, но определенно они не приводят к мнению большинства. То есть большинство не разделяет такого тезиса. Это все-таки мнение только группы, которая поддерживает Александра Лукашенко. Дальше вопрос о том, я думаю, тут интересный вопрос, что власти, лидеры протеста должны стремиться к диалогу друг с другом и поиску общих решений. Мы видим, что 80% белорусского общества считает, что диалог Беларуси нужен, что нужно двигаться в этом направлении. Дальше мы задаем вопрос о том, когда белорусы считают, что Александр Лукашенко завершит свою карьеру президента Беларуси. По большому счету, людей, которые считают, что это произойдет в этом году, примерно получается 36%. Белорусы считают, что в этом году Александр Лукашенко покинет пост. В принципе, по сравнению с нашими предыдущими замерами, это определенный откат. То есть раньше белорусы были настроены на то, что Александр Лукашенко уйдет раньше. Также мы задавали вопрос о том, чего боятся белорусы. Да, в определенном смысле изменения политической системы, конечно же, повлияет на то, как будет развиваться Беларусь. И мы задали вопрос, чего же боитесь лично вы. И мы увидели то, что на самом деле боятся люди, есть две такие основные вещи. Это падение зарплаты и пенсий и роста безработицы. То есть это экономические вещи. То есть по большому счету мы не видим то, что люди считают, что будет дефицит продуктов. Мы не видим того, что люди считают, что будет большой рост преступности. Даже страх разрыва отношений с Россией, он не сказать, чтобы он был парализующим, да, он не является таким уж большим. Идем дальше. Про Россию мы также задавали вопрос о том, как люди относятся к президенту России. И мне кажется, что, насколько я знаю, на прошлой неделе профессор Вартамадский показывал достаточно похожие данные, которые были у него. Я думаю, что они, в принципе, совпадают с тем, что есть у нас, что, в принципе, Владимир Путин популярный политик Беларуси, и к нему относится большинство хорошо. Но когда мы спрашиваем, как изменилось отношение людей, то мы видим, что отношение к нему ухудшилось у 40%. То есть это, по большому счету, то самое ядро протеста, про которое мы говорили 5 минут назад. То есть люди, которые активно поддерживают протест, они сейчас негативно относятся к российской власти, потому что считают, что российская власть поддержала Александра Лукашенко и тем самым, каким-то самым образом нарушил эти братские отношения между народами Беларуси и России. В какое-то время штаб Светланы Тихановской также высказывал идею о том, что Беларусь не должна отдавать кредиты, которые Александр Лукашенко взял после августа 2020 года в Российской Федерации. И мы видим, что на самом деле эту идею поддерживает как раз то же самое ядро протеста. То есть это в случае этого вопроса 39%. То есть это те люди, которые настроены на то, чтобы Беларусь не отдавала кредиты. Также мы задавали вопрос о том, видите ли вы, что российские власти стремятся или не стремятся к сближению с представителями протестующих. Мы увидели, что, в принципе, белорусы считают, что российские власти не стремятся к тому, чтобы взаимодействовать с протестующими. Также мы задавали вопрос о том, стремится ли Светлана Тихановская или Координационный Совет к сближению с Россией. Мы увидели, что даже если большинство говорит о том, что нет, не стремится Светлана Тихановская или Координационный Совет, но все-таки есть определенная группа людей, которые считают, что 37%, что на самом деле штаб Светланы Тихановской и КС стремятся к сближению. Также мы задавали вопрос, как вы считаете, Светлана Тихановская или Координационный Совет Беларуси больше стремятся к сближению с Россией или со странами Запада? И мы увидели, что есть определенный перекос к тому, что люди считают, что представители оппозиционного большинства считают о том, что штаб Светланы Тихановской и Координационный совет настроены на сотрудничество именно с Западом. Дальше мы переходим к рейтингу доверия к разным организациям или институтам. Что мы увидели? Мы увидели, что самый популярный институт сейчас в Беларуси – это не государственные СМИ, у них общее там позитивное отношение к ним, доверие – это около 50%. Потом идут православные католические церкви. Это тоже интересный момент, потому что все-таки Беларусь – это православная страна, но мы видим то, что, несмотря на то, что православие доминирует, доверие к церквям находится примерно на том же уровне. То есть для социологии, по большому счету, это одинаковые цифры. Мы также видим то, что дальше идут организации протестующих, то есть штаб Виктора Бабарики, штаб Светланы Тихановской, Координационный совет. Но по большому счету они тут идут немного, кто-то немного выше, кто-то немного ниже, но по большому счету это те же самые цифры, для социологии они незначительны, между ними отличия. С государственных органов на первом месте находится армия. То есть к армии все еще отношение достаточно положительное. Если же перейти к другим государственным органам, то мы увидим, что на самом деле там уровень поддержки, в принципе, ко всем государственным уровням достаточно одинаков. Он остался лишь у представителей вот этого бастиона Лукашенко. Но есть определенная группа, вот, которая находится внизу, органов, которые на самом деле даже бастион Лукашенко, даже внутри него есть понимание того, что это не те органы, которым следует доверять. То есть это государственные СМИ и это Центральная избирательная комиссия. То есть что наверняка создает какие-то политические трудности, будет создавать политические трудности в будущем, потому что главный избирательный орган вряд ли может существовать с таким уровнем доверия, который есть сейчас. Если же говорить про Александра Лукашенко, то у него рейтинг доверия 24% сейчас. Дальше мы задавали вопрос о Всебелорусском народном собрании, которое вскоре начнется, и 33% людей говорило о том, что они слышали, хорошо знают, что такое Всебелорусское народное собрание. Мы также задавали достаточно большой блок вопросов, чем является Всебелорусское народное собрание. По большому счету это непонятный орган для большинства белорусов, даже для определенного количества людей с бастиона Лукашенко. Лишь четверть может сказать, с какой целью собирается Всебелорусское народное собрание. Белорусы не считают ВНС представительным органом и не согласны с тем, что ВНС – это эффективный способ диалога между властью и обществом. Цели собрания ВНС тоже не ясны. Распространено убеждение, что ВНС – это карманная структура, существующая для продвижения интересов Александра Лукашенко. И, в принципе, это приводит к полному недоверию и нежеланию делегировать этому органу любые полномочия. Так что, если как-то резюмировать, да, это ВНС – это орган, который мало знают, которому не доверяют, которого нет легитимности даже среди определенной группы сторонников Лукашенко. Вот. Идем дальше. Тут более тяжелый вопрос. Мы задали людям вопрос о том, как они хотели бы вообще, чтобы в Беларуси избирались люди. То есть есть по большому три варианта, как люди могут избираться. Это через назначение главы государства, это через коллегиально, или когда есть какое-то всеобщее голосование, например, когда президент избирается гражданами. На самом деле это очень тяжелый вопрос для людей. Это нужно понимать, что, в принципе, белорусы никогда, по большому счету, не думали так глубоко о том, как нужно избирать руководителей областей или руководителей районных отделов внутренних дел. То есть это достаточно тяжелые вопросы. И, возможно, они во многом выше, чем вот уровень компетентности многих людей. Да? То есть для них это что-то абсолютно новое. Но что мы увидели, что, в принципе, все люди, кроме представителей бастиона Лукашенко, они все выступают преимущественно за коллегиальную непрямую выборность представительной исполнительной власти, а вот руководители районов и областей, они считают, что они должны избираться напрямую. И только вот это самые верные люди к Александру Лукашенко считают, что вот они выступают за назначение большинства должностей главой государства. Идем дальше. Это флаги. Мы задаем этот вопрос третий раз, и, в принципе, тут данные не особо меняются. Мы видим о том, что вот 33% выступают за бело-красно-белый флаг, 41% за красно-зеленый, и достаточно большая группа белорусов вообще говорят о том, что они не поддерживают ни тот, ни другой символ. Что тоже, в принципе, показывает настроение в обществе. Я думаю, что тут важно сказать, это то, что на самом деле в белорусском обществе есть только малые группы людей, которые не принимают один или другой флаг. То есть есть группа сторонников Лукашенко, вот, которая там четверть или пятая часть, которые наиболее так настроены, они крайне радикально негативно относятся к бело-красно-белому флагу. И среди ядра протеста есть тоже определенная группа, которая крайне не радикально, но настойчиво, негативно относится к красно-зеленому флагу и очень положительно относится к бело-красно-белому флагу. И, ну, то есть, по большому счету, флаг, скорее всего, будет именно таким, кто сейчас находится у власти, кто в итоге победит и инициирует процесс. То есть, если мы представим себе ситуацию, что побеждают протестующие, то наверняка большинство людей поддержит в то, чтобы флаг поменялся в Беларуси. Даже несмотря на тот факт, что сейчас про это говорит только треть белорусских горожан. Идем дальше. На самом деле вопрос, когда он готовился, это для нас это звучало более интересно, потому что мы готовили анкету в начале января. Сейчас уже скоро приближается как бы середина февраля, и когда мы людей спрашивали о том, кого же они смотрели, потому что это был интересный феномен. Да? Много людей делилось в Инстаграме, в других социальных сетях фотками о том, что кого они сейчас смотрят. И когда мы спросили, кого же они смотрели, мы увидели, что 21% белорусских городских жителей смотрели Светлану Тихановскую и 31% смотрели Александра Лукашенко. Что самое интересное, что мы увидели, это то, что даже среди ядра протеста были люди, которые смотрели именно Александра Лукашенко. То есть они или ждали чего-либо, или они считают, что там должно было произойти какое-то важное заявление, или они, в принципе, считают, что это чем-то важным. Но мы увидели, что, в принципе, как-то так выглядит ситуация. И мы увидели, что вот 47% вообще не смотрел, да, то есть половина городских жителей вообще не включала никаких поздравлений на Новый год. Мы потом задавали этот вопрос про запись. Ну и тут мы увидели, что Светлана Тихановская в записи смотрела уже как бы побольше людей, чем обращение Александра Лукашенко. Идем дальше. Тут уже осталось совсем чуть-чуть. Смертная казнь. Я думаю, что те результаты, которые мы сейчас получили, они одни из наиболее оптимистичных для людей, которые считают, что в Беларуси следует отменить смертную казнь. Мы увидели, что о том, что скорее не одобряют или полностью не одобряют смертную казнь, как в Беларуси говорит, сколько это получается, 43%, да? 43% белорусов о том говорят о том, что они скорее не одобряют или полностью не одобряют. Если к этому добавить, что часть людей затрудняется ответить и не хотят отвечать, то мы видим, что все-таки теперь мы имеем ситуацию, в которой за смертную казнь выступает меньше половины белорусов, городских жителей, что в принципе является достаточно обычным таким европейским результатом. Я думаю, что это в определенной степени это связано с тем, что у белорусов очень обнизился рейтинг доверия к государственным органам. Они более не готовы передавать монопольное насилие такому государству. И последний, наверное, вопрос – это о том, что нужно ли доверять большинству людей или нужно быть осторожными в отношениях с людьми. 30% людей говорит о том, что большинству людей можно доверять. Что интересно, это в основном люди, которые являются ядром протеста, либо бастион Лукашенко. То есть эти люди, которые наиболее политически вовлечены. То есть именно они видят какие-то горизонтальные связи в обществе и вот считают, что людям можно доверять. На этом, наверное, закончу. Спасибо большое. Тут есть моя почта. Как я говорил, сегодня Антон разошлет файл всем участникам на английском и на русском языках. Также мы прикрепим этот SAV-файл, который будет на русском языке. Также сегодня на сайте Chatham House тоже должен выйти материал, к которому будет прикреплена презентация на английском языке. И тоже этот SAV-файл. В принципе, я, наверное, закончил и буду рад ответить на любые вопросы. Да, окей. Спасибо, Рыгор. Да, напоминаю, что ваши вопросы вы можете писать в чат, или если вы хотите лично задать Рыгору вопрос, можете в чате взять слово, мы вас включим. Можете задать свой вопрос лично. Кое-какие вопросы к нам уже пришли до начала нашей презентации /пресс-конференции. Сейчас я их зачитаю. Ну вот вопрос, например, от Николая Петрушенко. Учитывая, что значительная часть общественных организаций и политических партий не получила приглашений к участию в ВНС, а другим сильно повезло в этой части, касающейся количества выделенных мест в зале для делегатов, возникает вопрос об индексе доверия в глазах населения к БРСМ и Белой Руси. Ну, собственно, вопрос про доверие к... Да, хорошо, спасибо большое. Я думаю, что по своему большинству нам не стоит ожидать чего-то необычного, чем в сравнении с другими представителями государственных органов. Я думаю, что мы можем это в определенной степени сравнить с профсоюзами. У нас есть официальные профсоюзы здесь. И мы видим, что на самом деле о том, что им доверяют, говорит только 20% городских жителей. То есть я не думаю, что данные по Белой Руси или БРСМ будут сильно от этого отличаться. Спасибо. Так. Вот Павел Зерка из European Council on Foreign Relations задает вопрос про методологию. Какие у тебя, какие уроки ты вынес из метода, который ты использовал, то есть онлайн-опрос? Некоторые другие организации, например, ОСВ в Польше, вместо этого делали телефонные опросы. Можешь ли ты немножечко рассказать про недостатки и преимущества каждого метода и почему именно ты выбрал онлайн-опросы? Окей. Я думаю, что в моем случае, мне кажется, онлайн-опросник, мне кажется, интереснее, потому что ты можешь задать больше вопросов. То есть люди, которые проходят эти опросы, они финансово заинтересованы, чтобы они пройти, потому что они получают через онлайн-панели деньги за это прохождение этих опросов. Ты можешь задать больше, люди чувствуют, я думаю, себя в большей безопасности, чем когда они разговаривают по телефону. Поэтому мне кажется, что в этом случае это как-то более интересно, да, то есть можно узнать больше. Минус в том, что невозможно репрезентировать сельскую местность. То есть люди через телефон могут это сделать, да, то есть они могут собрать именно примерно так, как выглядит все белорусское общество. В случае онлайника сельская местность, к сожалению, пока что это сделать, это очень тяжело. То есть по большому счету, когда мы пойдем в онлайн в сельской местности, то мы можем нарваться на необычных представителей сельской местности. Словом, там, на каких-то более продвинутых сельских жителей, да, которые на самом деле живут в каких-то коттеджах и не совсем представляют сельскую местность. Также там есть определенные проблемы с людьми старшего возраста, после 55, о том, насколько они представляют именно свою социальную группу, не являются ли они, как пользователи интернета, чуть прогрессивнее, чем другие представители этой группы. Поэтому, по большому счету, если бы у меня были деньги, я бы, конечно, делал все. То есть я бы делал и онлайнник, я бы делал и телефонник, и к этому можно делать какие-то фокус-группы. Но потому что надо понимать, что у всего этого есть ограничения. То есть если мы видим даже, что вот мы имели пример с Соединенных Штатов 4 года назад, когда победил Дональд Трамп, да, что даже в таких странах не надо думать, что социология может все. Поэтому нужно понимать, что есть ограничения. Если говорить еще раз о телефонике, какие ограничения есть у телефоников? Ну, я думаю, самое простое – это то, что люди не очень готовы говорить по телефону. Ну, представьте себе ситуацию, вы идете по городу, вам звонят из Польши и говорят, что вы думаете про Александра Лукашенко. Ну, как бы не совсем понятная ситуация, как что отвечать, и поэтому не все люди готовы так работать. Ну, по большому счету есть возможность это обходить, да, звонить больше, обзванивать больше людей, как бы продумывать сценарии, как разговаривать с человеком. Но по большому счету, да, там есть вот такое ограничение. Ну и плюс ограничение по количество вопросов. То есть по телефону вы все-таки не можете задать очень много вопросов. Спасибо. Ну вот вопрос из чата. Вдогонку, да? Опрос проводился среди городских жителей. Если говорить про все население Беларуси, насколько стоит корректировать результаты и в какую сторону? Спасибо. Да, это интересный вопрос. Мы брали другие результаты других исследований, тоже смотрели, как, в принципе, думают сельские жители. Сельские жители думают примерно так же, как думают жители малых городов. По большому счету, там чуть больше теплого отношения или, скорее, скептицизма. Скажем так, там чуть больше вот равнодушия, скептицизма в отношении протеста, чем в среднем по стране. Некоторые люди чуть лучше относятся к Александру Лукашенко, но по большому счету я не думаю, что следует думать, что там совсем другая страна. То есть, когда мы делали это в других исследованиях, спрашивали о том, что люди думают в сельской местности, то многие говорили о проблемах с работой, то есть там очень много людей говорят об этой проблеме. Там, по большому счету, чуть ли не самыми богатыми людьми являются пенсионеры. То есть я не думаю, что следует вот думать о том, что там люди, которые вот значительно отличаются от среднего по стране. Но как-то так. Но мне кажется, что все-таки Мы просто в своем исследовании-то не можем про это говорить открыто, говорить о том, так сказать, репрезентировать сельскую местность, потому что это сейчас, к сожалению, просто невозможно по объективным причинам, потому что это очень тяжело сделать через онлайн-опросы, и плюс, опять же, появляется, даже если мы это захотим сделать, опять появляется проблема с тем, не нарвемся ли мы через онлайн-опросы на людей, которые являются необычными представителями своих социальных групп. Да. Спасибо. Наступное питание Макс Дмитрієв. Лишь бы цікавые, але сапраўды цікавейшая ихная мотивация, интерпретация. Например, чему люди могли глядеть новогодний выступ Александра Лукашенко замест Светланы Тихановской? Рыгор, дякую. Да, спасибо большое. Я думаю, что часть людей смотрела, потому что они, в принципе, имеют традицию смотреть Александра Лукашенко. И Александр Лукашенко все еще исполняет обязанности президента Беларуси. Часть людей наверняка ждала какого-то события. Это, в принципе, я думаю, такие есть основные моменты, которые, почему людям это интересно. Ролик же Светланы Тихановской – это как бы немного другой формат, и он скорее был направлен именно на людей, которые являются ядром протеста. То есть он не… В принципе, он не мог быть, я думаю, интересным для большинства белорусов в том смысле, что… Он был политическим по своему смыслу, и он имел только политические посылы. Я думаю, что, в принципе, даже если мы это делаем в другом исследовании, результаты которого еще нет, но мы, в принципе, спрашиваем людей про другие разные проблемы, которые они сейчас чувствуют, да, и мы видим то, что на самом деле люди, которые вот находятся, вот эти скептики, равнодушные, они очень много говорят о социально-экономических проблемах. То есть и это темы, которые для них наиболее важные. И для них важно падение уровня жизни, для них важно… как, что делает Беларусь с пандемией коронавируса. Для них важно образование для их семей. Для них менее важно, как бы это ни звучало, менее важно, что происходит в политической, как развивается политическая ситуация в Беларуси. Спасибо. Вольга Семашко, витаю. Ці праводзілася падобнае пытанне ў жніўні 2020 году? Ці можаце абазначыць галоўныя рысы дынамікі настрояў беларусаў за гэтыя паўгады? Мы делали первое исследование в сентябре. Я думаю, что в принципе в Беларуси делались другие социологические исследования. К большому сожалению, мне кажется, большинство из них так и не были нигде опубликованы, и некоторые из них всплывали в телеграм-каналах. Но я вот примерно представляю, что писалось в августе. Ну, я думаю, что основное, что сейчас происходит, это возвращение вот этой социально-экономической повестки. То есть она летом и осенью была неважна, то есть люди говорили именно о политических проблемах в своем большинстве. Сейчас эта тема возвращается. Мы видим о том, что, если говорить про динамику настроений, ну, наверное, люди становятся, ну, как бы это сказать, ну, можно сказать прямо, они чуть меньше верят в победу протеста. То есть уж это вот с каждым замером мы видим, что изменяется отношение белорусов. Мы также видим, что в рейтинге, там, например, если говорить про потенциальных лидеров протеста, кто мог бы быть президентом, то мы, в принципе, видим то, что там ничего не изменяется. То есть Виктор Бабарика в своем какой-то степени является человеком, который стал, ну, человеком-мечтой. для белорусов. То есть он, в принципе, вот в мае как появился, и, в принципе, он очень быстро набрал высокий рейтинг. И если подумать, что наверняка мы могли бы себе представить, что он бы пошел бы на выборы, то он бы, конечно, набрал бы очень много. То есть он набрал бы порядка 60% в первом туре. И, в принципе, вот мы видим, что, я думаю, что вот в этом смысле настроение мало меняется. Ну, как бы так. Я думаю, что я бы, может быть, чуть больше бы раскрыл, да, что происходит за полгода, но я чувствую, что я, наверное, просто пойду по всем вопросам, и это может очень долго затянуться. Окей. Да, напоминаю, что у Рыгора есть почта. Он ее показывал, так что можете, наверное, писать ему. Может быть, он что-то вам ответит более подробно. Ольга Паук. Какое настроение среди местных властей и местных жителей в провинциальных регионах Беларуси? Про местные власти я сказать ничего не могу, потому что мы их не замеряли. Но если говорить о том, что думают представители малых городов, например, там по 10 тысяч человек, которые живут, мы видим, что среди них доминирует эта социально-экономическая повестка. Они считают, что в самом большинстве, что протестная активность снижается. И, ну, в принципе, у них все, что у них происходило в августе. То есть у них больше ничего на улицах не происходило. Поэтому для них, когда они читают новости из Минска, они даже в определенной степени какие-то, как с другой страны. Для них важна социально-экономическая повестка, зарплаты, для них важна безработица, ковид. То есть мы видим, что вот это основные вещи, которые для них очень важны. В определенной степени они являются вот такими скептичными или равнодушными, как мы их называем в этом исследовании, людьми, да, что они чуть меньше интересуются политикой, чуть меньше они, в принципе, хотели бы даже и интересоваться, то есть они бы хотели бы, наоборот, ограничить свой мир, и чтобы в нем политики было как можно меньше. Так... Какие настроения белорусов по отношению к Евросоюзу в данный момент? Да, мы задавали этот вопрос в предыдущих волнах исследования. В этот раз мы этот вопрос не задавали. Я думаю, что можно подыскать эти предыдущие презентации, я их могу тоже подослать, чтобы можно их было вместе выслать. Но мы не видим там, что белорусы хотели бы вступление в Европейский Союз в большом количестве. То есть мне кажется, что в прошлый раз у нас было это около 10% людей, которые говорили о том, что они хотят в Европейский Союз. Именно без и разрыва отношений, не то что разрыва, да, но фактически это означает то, что Беларусь, конечно, должна будет выйти из Евразийского экономического союза и обнять свои отношения с Россией. То есть по большому счету таких людей очень мало. То есть, ну, белорусы в том числе, они считают, что можно искать какой-то образ нейтралитета, какой-то образ того, что мы будем мостом между Европейским Союзом и Россией, что мы сможем выстраивать отношения и с теми, и с теми, и будучи либо в союзе с двумя, либо будучи вне союзов любых. Так... Из чата вопрос о доверии к независимым СМИ. Интересно, считают ли респонденты телеграм-каналы независимыми СМИ? Интересно было бы посмотреть, доверяют ли они в одинаковой степени независимым медиа и телеграм-каналам. Да, ну на самом деле вот я так не могу сходу ответить на этот вопрос. Я, конечно, могу определенно сказать, что, опять же, повторить, что я буду высылать этот файл со всеми ответами респондентов. То есть там можно все посмотреть при умении это делать. Но я, во-первых, надо понимать, что у нас есть определенная переоценка того, сколько белорусов пользуются Телеграмом. То есть на самом деле это не самый популярный мессенджер в Беларуси. В Беларуси есть Viber, другие мессенджеры. То есть нужно этот момент понимать. И в Телеграме в основном находятся люди, которые такое ядро протеста. Хоть определенно там есть и представители и других, конечно, сегментов белорусского общества. Поэтому мне задавали этот вопрос про доверие к телеграм-каналам. Это, наверное, интересный вопрос. Наверное, мы в следующий раз должны его задать. Я запишу этот вопрос. Мне кажется, что... Знаете, я, наверное, не буду отвечать на этот вопрос. Я отвечу на него через 2 месяца. И тогда это я сделаю наиболее корректно, правильно и основываясь на данных. Окей. Подождем. Да. Так, извините, если пропустил, но не было ли вопросов про то, как белорусы видят будущую политическую систему? Президентская, парламентская, безразлично. В принципе, мы задавали несколько вопросов. Мы увидели, что мы увидели? Определенно, что два срока президентских, то есть белорусы видят это только так. И во многом люди понимают политическую систему через отрицание Александра Лукашенко. То есть, по большому счету, это тоже очень тяжелый вопрос для белорусов. Да? То есть, если представить себе обычного человека, и когда ему начинают задать вопрос, а не хотела ли бы ты парламентскую республику, что ты думаешь про развитие партии, то для него это очень необычные вопросы. Он про это, может, если и думал, но он этого не видел. Он себе с трудностью представляет, как это должно выглядеть. Но что определенно видно, это то, что запрос на то, что президентские полномочия должны быть ограничены, ограничение количества сроков, то, что например, избрание представителей судов, руководителей областей, районов, мы видим, что там запрос, что люди хотят это избирать сами. То есть мы, по большому счету, видим, что через отрицание политической системы, которая существует сейчас, белорусы, скорее всего, хотят достаточно обычной такой парламентско-президентской республики. Так, ну и, наверное, последний вопрос. Александр Тогулев. Вітанні. Мо питання не зусім по адресу, але ж ваша оценка масштабного социологічного опитання, якое обвестил Лукашенко и особные детали якого стали вядомы учора. 10 000 опытаных, анкета заполнялася 15-20 хвилинов. Наколькі реально было правесці такое пытанне і апрацаваць ягоныя вынікі ў даволі сціслыя тэрміны? І ці трэба на самай справе апытваць 10 000 чалавек, каб даведацца пра глыбінныя настроі? Да. Спасибо большое за вопрос. 10 000 человек, конечно же, не нужно. То есть это абсолютно пиар-акция, которая направлена на то, чтобы показать, что мы много людей опрашиваем. То есть в случае Беларуси это не нужно. Да? То есть если бы вы хотите сделать какое-то уникальное исследование, то вы просто делаете, используете разные методы, используете телефонники, онлайники, фокус-группы, глубинные интервью и так далее и тому подобное. То есть опрашивать 10 000 человек – это абсолютно бессмысленно. Можно ли это сделать так быстро? Но это зависит от количества ресурсов. То есть, в принципе, можно, то есть, если надо. Но, по большому счету, я думаю, что мы увидим те результаты, ну и посмотрим на них, и подумаем о том, насколько они вообще реальные. То есть сейчас мы видим то, что выплывает какая-то информация о том, что там будет написано. И, ну, это, конечно, вселяет недоверие этому социологическому опросу. Ну и плюс надо понимать, что, в принципе, социологические опросы, социология в государственных органах очень-очень ограничена. То есть на самом деле даже там есть очень ограниченное понимание, что происходит в белорусском обществе. И в принципе они это показывали много раз в политической сфере, ну и во многом в сфере ковида. Да, то есть многие решения, которые принимались, вещи, которые говорились, они определенно, абсолютно определенно, они не являлись политически важными для власти, и если бы у них были социологические данные, они поступали бы совсем иначе, но они поступали так, как именно они поступали, и, скорее всего, это говорит о том, что никакой социологии там не делается. Понятно. Ну что, час прошел. Спасибо, Рыгор. Было очень интересно, информативно. Мы видеозапись этой презентации вышлем, собственно, как и саму презентацию по-русски и по-английски. Ну и да, дошлем, возможно, еще какие-то дополнительные материалы, если Рыгор посчитает, что эти материалы нужно досылать. Вот, спасибо большое и до новых встреч. Да, спасибо большое, Антон, спасибо всем, кто присоединился.